Не зрозумів, що це в мене резинка дергається. О, не... Надо вже! Що-то на крючок попалось. На голий. Йо-моё! В общем, друзья, пришлось заплывать, да. Кинув резинку, ну, метров, може, 20 от берега. Ну, то есть, получается, я не прямо, а вверх. В общем, начал подтягивать, а оно чувствует здесь там литрова или мули. Короче, я чувствую, что я резинку не вытащу. И, короче, то есть, теперь у меня первый крючок от берега стоит, ну, метров 12 от берега. 12. Это я, наверное, может, еще и мало взял. Там, наверное, все 15 будет. О. О. Каша спала. Поцепил кашу на резинку сразу. Наживку нацеплял. Ну, прикармливаю место. Так, друзья. Давайте мы сейчас забросим на коропах. Я уже тут все приготовил. Картошечку подцепил недоваренную. О. Недоварена картошечка. Кубиками. Каша у мене на резинці така стоїть. Тут макуха, трохи пластиліна, мотиль пластилін і мед пластилін. Макуха і чорний хліб. Все. Так, все, давайте забросимо на коробця. А ось візьме. І, кстати, вода. На удивление оказалось тепло. Воздух холоднее, чем вода. Так что даже согрелся, можно так сказать, в воде. Не понял, что это у меня резинка дергается. О, не... Надо уже! Что-то на крючок попалось. На голый. Да, что-то уже сидит. Так, давайте забросим. Давайте забросим. Буду кидать левее. Левее бросим. О, чтоб резинку нам не зацепить. Отлично, отлично. Метров 15 от берега. Самый раз. На крючок вообще ничего не цепляли. Только кашу на основную леску подцепил и все. А оно смыкает. Давайте проверим, что оно там. Та тут не меньше 15 метров. Опа-па-па-па. Смотрите, что попалось. Ё-моё, на голый крючок. Обалдеть, карась. Друзья, на голый крючок. Ну, ну дивіться, вообще все у меня крючки голые. Я просто кашу подцепил на основную леску. Голый крючок. Карась попался. Обалдеть. Все, сейчас приготовлю. Сейчас наживочку, опять кашку зацеплю на основную леску. И давайте прикармливать на резиночку место хорошенько, чтобы и коропець підійшов, и линок, и карасик, и все-все, что только можно. Хорошее, только хорошее. Ну что, друзья, лайк за пойманного карася без наживки на голый крючок. Так, друзья,
сигналізатор у нас на резинку буде кусок глини, як раніше. І в цей кусок глини втикнемо світлячок. Нормально, нормально. Рибачили раніше, не жалувались. Нашов тут на березі. О, смотрите, матрас. Правда, драний. Ну, як сідуха, взагалі, огонь. Взагалі бомба. Головне, не заснути на такому креслі во время рибалки. Да, і приготував дровішки. Тому що під утро, наверное, часа в 3 ночі вже буде під утро холодати. Так, ну що, друзі, давайте, у мене вже руки чешуться порибачити на резинку. Резинка – це второе місце після поплавочної удочки. Да, що я обожаю її, взагалі обожаю, з дитинства обожаю цю резинку, рибачити на неї. Не знаю, наскільки вам подобається на резинку, пишіть в коментарях, інтересно буде прочитати. Ну мені це взагалі, це ну кайф, особливо, коли воно клює. Все, друзі, давайте, вперед. Так, на перший з глибини чіпляємо черв'як. У мене є і кук часночний. Ну, чесно вам скажу, не особо я люблю на нього рибачити. Його збиває. Ну, а то, звісно, коли мелка риба його збиває хорошенько. Та й воно і розкиса со временем. Так що рибачити будемо на опариша і на черв'яка. Кстати, резинку я трохи усовершенствував. Я поснимав пружини. Во. І розстояння між крючками у мене 70 сантиметрів. І длина поводка у мене, так, якщо не ошибаюсь, по-моєму, 17, да, 17 сантиметрів длина поводка. І посипив на вертлюжки, да, бусинки, вертлюжки. Ну, це для того, щоб воно не перекручувало. Кстати, було на бусинках у мене. То на бусинках з часом починає перекручуватися. Да. Не сильно мені понравилось. Так що будемо пробувати ноу-хау, іспитувати. Хоча ми вже іспитали. Даже карась клюнув на пустий крючок. Это обалдеть. Ну, скорее всего, что за кашей. Может, он там крутился, и каша рядом была возле крючка. То он, наверное, хапанул. Случайно. У меня 5 крючков на резинке. О, а что это у меня тут уже крючок сломанный. Обалдеть. Вот это да. Хи-хи. Крючок сломался. Капец. Ладно, пропускаем тогда 5-й. 4-й, в смысле. Цепляємо на 5-й ось цього опариша, а там пошмотримо. Якщо воно брати буде рідко, то я включу фонарик та перев'яжу поводочок. В принципі, що воно там времени займе. А пружинки поубирав, посчитав, що вони резинку будуть топити, придавлювати. Так що я без пружини раніше справлявся. Каша свободно доходить, якщо вона хорошо зроблена, не розвалюється, вона доходить до тої точки, там, де будуть крючки. І можна так пару раз смикнути, щоб вона слетіла, а то буває, навіть і з лески не слітає. Так що, це не проблема. Да, крючок лопнув, странно, що це таке, не пойму. Крючок лопнув, це взагалі... Може, де проржавів. Правда, це був крючок зі старої резинки у мене. Наверное, де-то проржавів. Да, затягнув резинку далеченько. Не ожидав, що так буде. Так, цепляємо сигналізатор на резинку. О. Ого, ого,
Наверное, многовато буде. А може лучше потягнем трошки. О, сойдуть. Ну і ставимо світлячок. Так, ну що, видно, в принципі, видно. Ну все, ждемо покльовок лящових, ліньових і карасьових. Так, що у нас тут по времени вже? Ага, ну вже 22 почти. Друзі, думаю, що возле мене шевелиться? А воно он що? Жаба. Ну хай сидить. Комарів лови. Комари взагалі пропали. Я, кстати, пшакалку забувся. О, ти хоч там опариші не їж, не черви. Так, ну, пока тишина на резиночку, покльовок немає. Ждем, ждем. Ждем, лящ должен уже скоро подойти. Надо внимание и внимание. Так что вот так, все. Я тихонько музычку включил, велосипед мій сзади. Если у меня фонарик той, что на лбу сяде, то у меня еще на велосипеде фонарик. Непоганий, кстати. Я ним уже світив, то у меня цілу ночь просвітив на рулю повню. И музыка еще півдня грала. Так что хороший фонарик тоже на велосипеде. Можно было и світлячок не втыкать. В принципе, так хорошо видно с фонариком. Опа, что-то пробує. А может, кашу долбе? Ну, надо быть готовым. Угу. Наверное, кашу долбе по леске. Ничего, там где каша, там червяк и опарыш. Ого, ого. Ну давай, 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 по-моему, целяш. А ну-ну-ну-ну-ну. Блин, поспешил, поспешил. Ё-моё, он начал только брать. Ладно. Поводок уже привязал, пятый. Так что там уже 5 крючков. Опачки, давай, давай, поклевка. Ну, давай, давай, смелее. Ну, давай. О, о, ши-ши-ши-ши-ши. Ну, смелей, смелей. Иди сюда. Что-то есть вроде. Что-то есть вроде. Так, друзья, вытащили вот такенного карася. Смотрите. Хороший, на червя взял. Кстати, 5 дней назад... Я вже в Фейсбуці в групі в себе пост ділав своїм друзям.
Короче, 5 дней назад, друзья, я бачив реальну чупакабру. Реальну. И це не шутки. О, так, тряпочку надо взять. Я її бачив 50 метрів від себе. І товариш теж бачив. Заснять я не успів, тому що вийшло так, що я їхав на велосипеді. О, дивлюсь, возле поля, ну, скошене поле було пшениці. Ну, що-то, ну, типа сіровате. Ну, я подумав, що то заєць. Ну, і товариш ззаді ж їде. Кажу, о, диви, говорю, заєць. Ну, крикнув. Ну, короче, в общем, воно... Короче, як воно встало, я не знаю, в мене і пачка отвалилася. Короче, горбате, лисе, все лисе. Морда, як ото, знаєте, така витягнута. Ну, і собака не собака, і взагалі не поймати, що. І особливо, що я глянув, що лапи були, це капець. Когтяри там огромні. І воно не то, що там біжало, швидко втікало, але воно просто убігало в сторону посадки. Я не встиг на відео зафіксувати, тому що від шока увиденого, так сказати. О, ну, приблизно відсюди, де я рибачу, 4 кілометри. О. От такі діла. Да, конечно, оно сейчас тоже находится тут, о, в безлюдном месте. Так мысли так посещают, конечно, неприятно. Ну, так, жаба, ты чё, блин, зараза, на крючки прыгает. Комарей улови, гадина, а не на крючки прыгай. Так, кашу посипали. Тут ще посипали. Так що от такі діла. Тепер я лічно знаю, що це не вроньо. За счет чупакабри. Кстати, их замечали ж сразу где? Получается, на границе с Мексикой и Америкой. Там были первые замечены. Ну, что они делают у нас уже? Это, конечно, вопрос. Как они могли через море добраться сюда? Тоже вопрос. Или их сюда завезли, или они переплыли. Ну, на людей вроді би не бросається, ну а так в основному вони корови, кози, курик, кралі, вони їх давлять і просто кров випивають, що от іменно кров, вони їх не їдять. Так що отак. А тут, кстати, села є в 10 кілометрах, ну людям так сказати, люди просто з мене посміються. Вони не повірять. Сказати, щоб просто були вже осторожні, бо у людей же хазяйство і кури, і все це. І собаки не поможуть. Тому що теж в Ютубі бачив, що і собак давлять. І вони, кстати, учені навіть кажуть, що вони дуже умні. Вони дуже умні і дуже злопам'ятні. Хвате вам там. Ну, давай, ну, натяжечка, иди сюда. Сидит, что-то сидит. Так, что нам попалось, а попався нам опять карась. Да. Ты смотри, сбежались на кашу караси.
Глубина там 4 метра. Де? 4 метра. Глубина. На первый крючок. Тихо-тихо-тихо. Тут петелечку еще сделал. На леске, чтобы цеплять. Иди сюда. Чисти. Ну, так, кстати, всего не хватало еще копчука. Ну, леска тут хорошая, 0,4. Это как тонкая леска, она быстро запутается. А 0,4, основная леска на резинку, это в самый раз. Вряд ли запутается. Ё-моё, трошечки. Бачите, пар, сыровато. Ну, костер пока не палю. Бережу дрова. Где-то, может, после двух часов ночи закину. Ну, невеличкий костерчик, чтобы согреться. Ой, так, ну все. Ждем-ся. Сюда. Ого. Ого. Так, где он тут, наш красавчик? Вот его. Смотрите, какого кабася вытащили. Ух. Ну, грамм, блин. До 400. Где-то так. И, кстати, взял на самый последний крючок. И оборвался все тут, прямо возле берега. Ой, да я хапух сразу и сюда, за седельцы. Так, где тут у меня? На коропа у нас стоит. Проверять не надо. Каши, может, там немає. Ну, картошка никуда не делась. Что такое? Что ты до моей ноги прискакала? Так, иди, иди сюда. Не, ну ты молодец. На моё сидоло лезешь. Ну, дивися. Ну, тут же ж проныра. Так, что у нас тут с червячком? Тут нормально. Опарыш нормально. Так. Тут нормально червячок. Ага, тут еще опарыша нет.
И последний крючок с червячком. Поправим его. Даже не поправим, мы еще раз туда червяка зарядим. Сверху еще одного поменьше выберу. И зарядим его сюда. Да, сыровато. Ну ничего, ничего. Пока еще терпимо. Так, надо за кашу не забываться. Подкармливать. Та знаете, воно по лісочці доходить до пункту назначення без проблем. Так що можна і без пружини. Я ж говорю, пружини, як по мені, вони резинку придавлюють. О. Так що я попробую без пружин рибачить. Так, а що у нас тут вертлюжок перекрутився? Це вже нехорошо. Поводок перекрутився. Так. Так, а опариша вже, ой, прям двоїх потеряв. Так, ладно, сюди почіпим черв'яка тоді. Бо в мене желання було побольше черв'ячків посипляти. Лящ їх більше любить. О. Так, ну що. Отпускаємо резиночку. Ну, я потихоньку поначалу відпускаю, метрів так на 7, на 8 від берега. Потім чувствую, що леска починає послаблятися. І тоді я свободно відпускаю з рук леску. Для чого це я роблю? Ну, щоб вначалі, якщо я одразу пустю, то воно і кашу соб'є. І черви, так сказать, повредятся на крючках, вони жало повилазять, все-таки ж скорость. О, все, леска послабла, более-менее отпускаю. Суматохи тут накрутил уже вокруг себе леску, когда карася всего крупного тянул. Бо я ж не думав, що то карась, ну там лящ і давай бігом, бігом, бігом. Так, тільки запустив резиночку. Остановим трошки, щоб не бовтався. Ух ти! Сразу. Хорошенько я прикормив там. Кашкой, молошкой. Ну ничего, ничего, ничего. Если карась там крутится, там и другая будет крутиться. Ух ты, блин, так быстро, я не спину. Опа, иди сюда. Ага, сидит. Сидит. Так, на первый крючок взял Васю. На парыша. О. Так, что у нас тут? Червяк целый. Там тоже все целое, дивлюся. Кашу трошки подсыпать.
Да, давненько я ночі не тягав карасі. Давненько. Уже начало второго. Решився я все-таки распалить костерчик, потому что сыро, очень сыро, прохладно. Даже дровишки просырили. То есть я камыша наломал. Верхушка камыша вроде суха. Сейчас буду пытаться распалить. Я всегда с собой возил сухий спирт, а в этот раз уже что-то не взял. Просушилась. Ох, коптилка. Дровишки просушились трошечкой. Сейчас разгорится. Великий не будем палить. Маленький костерчик будем поддерживать. Можно было подойти и погреться. Кинул три штучки такі побольше бруска, щоб вони трошечки подсушились і потихонечку собі тліли. Щоб ви понімали, наскільки сирость велика. Ось і моя колонка. Дивіться, вона вся мокра. І спідометр теж. І руль, і футболка моя, в якої запливав. Сидушка даже, ё-моё. Всё мокрое. Так. Папочка, давай. Иди сюда. Ой, хорошо положил. Что у нас тут? Так. А у нас тут тоже таки непоганенький. До 300 грамм. Хорошо положил на червячка.
Блин. Смотрите, вот все оно, ого. Я ж смекану, думаю, это что ж такое? Так туго йде. А я воно за пузо хапанул. Капец. Конечно. Буде ого. А як це ти пузом клюєш там, а? Здоровий, ладошечний карась такий. Ну, пойдеш теж в садок. Не пойму, а де ж наш лящ, а? Де же лящ? Де линок? Так, чи пойде? Так, ну що, опять кашу цепляю і вперед. Не бабай. Блин. Мимо. Ну хорошо, потянул. Вместе. Кто-то червяк вроде на месте, но надо поправить. Уже, кстати, а что у нас по времени? О, уже почти 3 часа. В 4 будет уже светать. А ляща до сих пор мы не бачили. Ух ты, блин. Хорошо положил.
Карась. Забув карася у садочок кинуть. Всем доброе утро. В общем, случилась беда. Только начало расцветать, поймал карася такого хорошего, начал его подтаскивать, зацепил петлю. О, снимаю карася, думаю, что такое у меня ходуном вот это, худо леска. А оно ж плохо видно, оно еще ж не полностью расцвело. И я ж начинаю смыкать же, что такое. Короче, в общем, андатра перекусила мне резинку. Было 9 метров, осталось 7. В общем, нашел я камушок, забросил уже от руки. О, сейчас крючки стоят 8 метров от берега. Перед этим у нас стояло, я посчитал, короче, 16 метров от берега самый последний крючок. Сейчас самый последний у нас стоит, по-моему, даже чи 6. Сейчас 6 метров от берега стоит самый последний крючок. Забросил только что, сразу бычок начал клювать. Ну, бычок, да. Он днем начинает клювать, мучать. Вот такий бычок спалить, даже меньше. В общем, сейчас попробую порыбачить ще пока на червяка. На опарыша, если будет бычок задолбывать. О. Заколочу маночку, сделаю ей резиновую. Кстати, подписчик спрашивал, как сделать резиновую манку. Ну, сейчас, в принципе, вода тепленькая. Может, получится в таких условиях ей сделать. А если не получится, то уже дома покажу, как делать резиновую манку, чтобы она не прилипала до пальцев. О, ну что, пробуем, а что делать? Дип-дип-дип-дип-дип, что оно дип-дип, на рабочок. Дибає. Ну. О! Короче, друзья, дуплет. Вы будете в шоке. Рак. Ну и плотва. Такая довольно непогана. Ну, дуплет, конечно, красивый. Рак наш. Ну что, дружок, давай. Вперед, размножайся, вас и так мало сейчас стало. О, давай. Мимо. Клев сумасшедший, плотва. Шурує повним ходом. Єсть. Опа.
дуплетик. Сразу две плотвы. Короче, как с пулемета на резинку. Смеканий хорошенько, так, щоб і глина вилетіла. А ну? Ну, смілее. Опа! Так, друзі, связь поганенька, тому що диктофон на телефоні сів. В общем, телефон повністю розрядився, повербанк розрядився. Тобто я його забув зарядити по повербанк. В общем, вот наш улов. Кілограма 3 железно є. Хороші такі карасики. Грам по 400, по 250, по 350, по 300. Во. Так что все, друзья. Итак, ночевочка прошла замечательно. Да, ляща не было. Кто, конечно, ожидал ляща, не было и лина, и карпика не было. Зато карась и клев. Это просто замечательно. Значит, друзья, вам желаю ни хвоста, ни чешуи. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы не наш подписчик, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал «Вокруг водоемов». Все, друзья, всем пока. Поехали, чтобы рыбка не пропала. Потому что мне еще ехать целых 2 часа. Ну а солнечко начинает припекать. Все, всем пока, друзья.